Надежда Клякина наткнулась на кладбище покрышек еще прошлой осенью. Но тогда она только переехала на новую квартиру. И за житейскими хлопотами ей было не до защиты экологии. Вот за грибами ходила и по лесу гуляла. Увидела старую колею, возможно, что по ней вот эти покрышки и возили. Она проходит как раз от Расторгуйского шоссе и проходит до оврага. Тогда зима скрыла место экологического преступления, но сейчас снег тает, а под ним десятки, а может быть даже сотни автомобильных шин. По словам муниципального депутата, мотивы преступления экономические. Каждый владелец шиномонтажа, чтобы не платить деньги за утилизацию, потому что каждая покрышка там около 100 рублей стоит при утилизации ее официальным путем. Поэтому они экономили на этом деньги, собирали у людей, которых меняли резину, и потом это плавно ночью вывозили в определенное место. Для таких бизнесменов, повторим еще раз, на территории Ленинского района существует 10 пунктов приема покрышек, и они бесплатные. Но это на будущее. А пока мы попытались выяснить, кому принадлежит земля, на которой устроили свалку. В Видновском лесничестве нам сообщили, что участок находится в ведении застройщика. Решение межведомственной рабочей группы, постановление 26, то есть протокол 26-480. И данная территория передана в ведение Государева дома. Ну, я имею в виду группу компании «Гранель». Да. Мы решили пообщаться с застройщиком и отправились в офис продаж. Однако сотрудники от комментариев отказались и отправили в Москву, в головной офис. Мы хотели узнать по поводу... Меня снимать не надо, ребят, я еще повторяю. Москва далеко, поэтому мы зашли поближе в управляющую компанию. Там нам ответили, что застройщик ни при чем. Территория не относится к Гранелю. По этому самому, по 12-му. Она как раз стоит по вот территории Гранеля. Так. А оно находится в данном случае вот здесь, я вам могу показать. Вот здесь, в 200 метрах, вот в этом месте. Это не территория Граналя. Искать крайник можно долго, а покрышки продолжают отравлять продуктами распада почвы и грунтовые воды. Поэтому спасибо жителям, которые готовы наводить порядок в своем микрорайоне. Мы готовы, жители, выйти на субботник, но нам нужна помощь с этим. Нам нужны люди, нам нужна техника, чтобы все это как бы расчистить. А лучшее, что могут сделать спорщики, это присоединиться к жителям и совместными усилиями ликвидировать свалку. Тем более, что с 30 марта по 30 апреля в Ленинском районе пройдет ежегодный весенний месячник благоустройства, где всем желающим администрация предоставит инструменты и технические средства. Михаил Рештов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.